Легкую победку. А ты кока? Чувствуешь легкую победу? Плюс чат, ребят. Классико. О. Застарчик, привет. Мне тебя-то не хватало здесь. Давай. Расслабился, что ли? Есть такое. А чё расслабился? Опять фигню какую-то собрал, блин. Тебя не хватало. Смотри, на чем умер. Я за игру не нашел ни одного антимага, ни одной винги. И на демонах поиграл сладко. Да, так вот. До этого так нормальная карта была. Здесь размялся, тоже тунгуса не съел на топ-8. Ну, короче, с кайфом играем. Как всегда. Сколько можно в это играть? Да мне-то чё? Чё ты от меня хочешь? А чё играю? Вот чё ты мне сделаешь? Что-то мне не нравится пока, вот что у меня тут имеется. Ты сам потом расстраиваешься? Ну, наверное, да. Неправильный подход у меня. Правильно. Короче, я хочу этого пандарена искать. Гирокоптеры. В этой игре. Или. Надо придумать или. А, расслабься, дружочек. Мужик, ты что творишь вообще? Что-то такая. Танкуем. Давай, 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 бей, бей. Давай, 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 давай. Давай нормально делай. Он не успел это спел кинуть. Печенок. Атос не туда. Атос опять не туда. Куда ты убегаешь?
Песня про зрилов, плюс-плюс. Так, сидим, ни о чем не думаем. Реально. На, ты часа все равно хочу поймать. Классико. Когда не хотел. Андрюха, здорово. Голодололка, здорово. Ой, опять ошибка с моей стороны. А, не нормально. Даже хорошо, я бы сказал. Хороший лус. Ну, у меня снайпер не приходил ведь? Кто внимательно за игрой следит? Не было же такого в этой игре, ко мне снайпер пришел. Стрик плюс один, ни разу не... А, не, один раз я выиграл. Не было такого, да. Вдруг я что-то замечаю. Три желтых стрика. Зачем? Зачем им вообще выигрывать? Enigma Monk, ребят, играем. О, сразу видно душой, да? Тут без разницы же, что ставить, все равно побеждаю. И только один мех пришел все время. Так. Так, наконец-то. Наконец-то и снайпер пришел после этого. Да пофигу на него. Вот случайно крикнет гирокоптер, я вообще офигею. Ну-ка. Просто у меня гирокоптер потом весь туру просто получит. Или вицо зальет. Да, все. План-то уже готов у меня.
Ролл. В зависимости от того, кого прихожу, кому я играю. Нажимаю, да, кнопки. Блин, он все равно добил, да. Дело. А не надо будет. Получается, Киров же, да, боят. А он с рипером. Лопнула антимаг. Чуть не хватило, антимаг решил. Так, виспы, лазер, марш, виапон. О, темпларка прилетела, ребят. Ларковица. Это нормальный Монкса, но у меня карточка-то потрачена. То есть, если ты парка лицо, то что мне, 102 Энигма играть, что ли? 8 левел сейчас эльфов делать. Так, он не успел. Я что не успел-то? Успел. Еще один атосик взять или рыбку рандомить.
Да нормально. Они не промахиваются по этим по альфам. Спрофит. Так, застарчик тебе не нравится или что? Хочешь, я поставлю что-то другое? Хочешь, хочешь? Кирвар. Есть музыка, я или голос стримера слышу, Дартран. Блин, ты даешь, конечно. Наушники не слышу. Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет. Руссо туристо. Облика морали, Ферштейн. Все, быстренько. Да, просто очень быстро убивают. Два раунда потерпеть надо. Ты хочешь там в глаза сердечки, да? Вчера были. Блин. Мне потерпеть надо. Лазер троечки наролился ко мне, да, пришел. О, монки работает, клокерка не стала, да. Эй, Монг, сработал. Яйцо все еще не выросло. Все, я буду под хорошим перком ролить. Либо если яйцо в темпларку дать. Подраливать восьмом. Я не хочу так-то в темпларку. Мне проще тут и лимом уже сыграть. Как ты связал? Вот когда я прыгнул, он связал. Ты раньше-то что делал? Ну, резист мне нужен. Тут играют Лино. Атосик нужен. А рыбки нету, да? Все нужно, рыбки нету просто и все.
Ну, понятно, вообще такая ситуация. А, через лазер буду ролить. Не, не, это не обнулось. Классико. В контесте не знаю. Ну, короче, бред. Опять контесты. Контестов нету, роллы не идут. Ремонтка есть, лимов нету. Мне нужно лимов поставить. Лапка мне не нужна. Лимов поставить. Девочки доролить. Ну, плохо идут. Девочки, ну, надо постараться. Я хотел кого найти, Разора, либо Тини. А нашел вот это все, да. Ну, достаточно много теперь нашел. Хотел вместо антимага поставить лемов. Тут вейдов никто не играет, поэтому лема хорошо. Раз удачно. В принципе, я же в троечке могу доролить, вот из того, что мы видим. А мне же могу доролить. А мне можно доролить. Он будет шмот крафтить.
Ой. Ну, лемы работают. Да. Троечкам легче будет работать, не нужно будет теперь 5 кем-нибудь крафтить, да? А, почему теперь 5, кто знает? Почему я такое говорю? Да, да. Так, теперь 5 это у нас Ion Disc, Радик, ну, рапира. Так. Тир 4. Глипнир рефрешер. Да, тир 4 надо крафтить. Это в Энигму корм все равно шмотки надо закидывать. Так, да. Тут просто... Тир 4 надо грамотно делать. Сейчас вот тут прям... не дает изма, ну точно берется скади энигма, перенигмы надо найти. Близко было. Плакать. Надо было морфаны нападать. Ну, Марс, две энигмы. Вот так сыграем. Да, морфа пришлось продать. Доминатор хорошо, Марси. Делиться будем. Собрались-то, наверное, не надо.
У него этот немножко бьет его. А его пассивкой ее бьют. Энигмы Т3, тогда все проблем не будет. Да? Так, шмотку крафтить еще надо. Один раунд я потерплю. Классико. Техномен, привет. Так, тут вылетают. Здесь не знаю, что за шмотки, пайп. Китавры, шаманы, кита. Ну, два кира жестких, может, тридент. Придется еще крафтить, посмотрим. Ничего стал. Да, ничего пока такого. Мне шмотки нужны крутые. Вот будут шмотки крутые, тогда стол будет офигенный. Грипни рефрешер в Энигму. Со скади это вообще идеально будет. Рикунка, это чё, шаманы? Да, просто пора переделать надо будет. Побеждать Марси это может и не тянуть, а вот Энигма очень сильная. Уже близко так-то доролить. А скади в любом случае вставляю. Так, если я рандомлю и каст марш в япон, это хорошо. Да. Ну, пока нету тир 4 крафтить. Ты в одного постелял. Класс. Ну я не так взял постелял. Охрень, я вообще этому не должен был проиграть. А то с такой какой-то правильный был. Время потеряли. Доброй ночи, Алиночка, здравствуй, добрый. Как оно, Алин? Когда играть будем? Так, просто крафтить надо. Это Атосом. Почему так получилось, что Атоса нет, он у меня за Атосили. Здесь Атос еще. И здесь Атос.
Классико. А, ты вилка меня, точно. Все понял. Мне 3D-нт не нужен, мне просто глипнир рефрешер больше дает. Там вообще это сразу умирает, там не важно. То есть мне не нужно играть под это. Мне нужно просто дожить. Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет. Руссо туристо. Облика морали, Ферштейн. Все, быстренько. Я могу не дожить, да. Он еще живой, что ли? Он что, еще живой? Там у меня Death Note. Паш Пермяков, привет. Точек появился. Да, мне один раунд надо пожить. Продай панду. Сейчас, так. Во. Who is that? Show yourself! Пусть будет. Пусть будет так. Все, левелап нажим. Каст хороший. Классико. Да. Сейчас рефрешер нужно просто на 35-м брать. Закрываться, варлоков делать. Получается, этот мне уже не нужен. Да? Дима Балаган, так. Здорово, здорово всем. Я сегодня шмотки были общего уровня 4-го, реальность 3-го почему-то, плюс 1 уровень релика не было. Не знаю, ты ошибся, видимо. Ты, видимо, набрал шмотки, одну выложил, у тебя уровень другой горел. Не настоящий. КБ надо брать. Потом рефрешер. Покер прилетел. Так, это 20.
переделаю. У меня грифсы останутся. Это левел нужно. Легче, да, стало играть? Наверное. Два, ну, нормально. И переделывать не хочу, потому что блин хочу оставить. То есть мне, по идее, рефрешер крафтить тяжело. Но надо, да. Гениально. Гениально. Так. Лежать, не двигаться, вот чудо не крав. Ну вот. Во, все. Какой-то зачем мне 3D, если мне и так все четко. Четыре варлока, она умирать просто не будет, и все. Под линкой, то есть ей никто ничего не сделает. Я выиграли. Подались просто немножко. Вала. Лайкер. Ну да. А что такое? Первый раз. Кулдаун можно. То есть с Рубика можно играть. Кулдаун улучшать, да? Избежит, в принципе, меня нормально. Я кентавра здесь не должен бояться. Меня быстро будет кость. Рою будет стоять. Нормально. Так. Да. Выбили, да? Это нормально. Работаем.
Шмотка идеальная. Лопается. Можно пробовать зарандомить, потому что яйцо Феопонт скрафтить и каст. Так, варлоки какие-нибудь сильные здесь. Рыба тоже урон наносит. И, ну, под монками это играет. Что же, умирать могут. Ну, и защитка, то есть. Дим терпим. Забанен. Это чтоб варлока найти, годцев забанил. А, ну все, там сдался, да. Начинаем. Easy для Икока.